упражнение, которое наиболее отвечает боевому предназначению летчика. Летчик должен быть хорошо координирован, хорошая точность и физиологически должен быть подготовлен. Баскетбольный тест, в котором характеризуют, как летчик координирован и как он выполняет упражнение. Это упражнение на перекладине, когда оценивается верхний плечевой пояс и состояние тела, и плавание на 50 метров, которое отражает функциональную подготовку летчика.